Уголовное дело против сенатора Константина Цыпко слушается в Челябинском областном суде. Члена Совета Федерации, теперь уже бывшего, обвиняют в получении многомиллионной взятки. Сегодня в рамках предварительного заседания пояснение суду дали родители Цыпко. Речь шла об аресте имущества. Репортаж Алексея Иванова. Константин Цыпко в здание суда заходит уже как бывший сенатор. Недавно его полномочия в Совете Федерации были прекращены. Но уголовное дело о взятках возбудили, когда он еще представлял в Верхней Палате Парламента Челябинскую область. Его коллегам даже пришлось рассматривать вопрос о снятии с Цыпко депутатской неприкосновенности. И тогда, и сейчас подсудимый заявляет, что ни о каких миллионах, полученных в качестве взяток, не знает. И будто бы доказательств его виновности у следствия нет. Не зафиксировано было только одно. Ни разу Цыпко Константин Валерьевич не встречался с этими людьми, никаких денежных средств не получал. Люди, о которых говорит подсудимый, бывший глава закрытого города Озерск Евгений Тарасов и предприниматель Олег Лакницкий. Они признали свою вину в том, что давали Цыпко взятки и уже осуждены. В течение 2010-2011 годов Цыпко получил взятки в сумме 17,5 миллиона рублей от мэра города Озерска за содействие в назначении на данную должность. А также ему вменяется получение взятки в сумме 10 миллионов рублей от предпринимателя из города Магнитогорска за оказание общего покровительства. Согласно материалам уголовного дела, взятки в крупном размере Цыпко брал, уже исполняя обязанности сенатора. Сам же он намерен доказать, что обвинения против него ничтожны. Для суда он подготовил целый пакет документов. Сегодня защитники подсудимого попытались снять арест с имущества бывшего сенатора. В деле фигурируют две квартиры и гараж в Москве общей стоимостью 84 миллиона рублей. Так, бывший сенатор рассказал суду, что одну из квартир в центре столицы стоимостью около 65 миллионов рублей родители приобрели после продажи жилья на Урале. Следствие же считает, что эта квартира была куплена на деньги, полученные в качестве взяток. В деле почти полсотни томов. Рассмотрение дела бывшего сенатора в суде может занять не один месяц. Так, в качестве свидетелей на процессе должны выступить почти 70 человек. Алексей Иванов, Александр Шешуков, Евгений Егошин, Уральское бюро Первого канала, Челябинск.